От души в душу. Самый большой проигрыш я ставил чемпионат мира 2006 года, когда Милевский сделал вот так вот, забил Паненкой, да. Я поставил на то, что Украина не проиграет Италии. Там 300 евро, по-моему, или 250 евро. Я проиграл. После этого я решил, что я никогда больше не буду этим заниматься. Да, но немного. Не скажу, что вот они больше реагируют так. А, ты же агент Артема Милевского, да? Как он там, что он там, как? Я говорю, хочешь, я сам предлагаю, хочешь познакомлю, да? Ну, то есть я ему портфолио высылал, он анализировал их, да, то есть говорил, подходит, не подходит. Но, по-моему, две девчонки, две или три, не, подожди, раз, два, три, четыре девочки, с которыми познакомил. Артем очень важно, это визуализация плюс возраст, то есть он молодое поколение не сильно воспринимает, он так любит постарше. И не скрывает этого, на самом деле. Ему нравятся девчонки, которые умеют все. И готовить, и жить. Когда у них заканчивается туалетная бумага, на высоте? Я думаю, что на той высоте, на которой они находятся, им априори не нужна просто туалетная бумага. Я думаю, там никто особо не увидит. Птица или самолета, знаешь, там же шлюз открывают, там выбрасывается, поэтому нормально. Нет. Нет, я вообще очень люблю животных, но не у себя дома. Когда-то был попугайчик, ну, вот рыбка была. Вот, где-то, может быть, неделю собака была, но я потом понял, что это не мое. Я тогда тамагочи просто купил. У меня есть тренер, он работает в моем зале, да, и мы с ним поспорили на 5000 долларов, что я за 4 месяца скину 23 килограмма. У нас 3 дня назад было как 3 месяца, я уже скинул 20. Мне осталось 3 килограмма. У меня был вес 103, сейчас у меня 83. Первая сделка это был возврат Дениса Бойко из аренды из Оболони в Динамо Киев. Он переписал благодаря нам контракт на повышенных, очень повышенных условиях. Мы не получили тогда агентский Динамо Киев. У нас были договоренности с Денисом о том, что он должен был платить определенные проценты, и он их платил. Бутылки нет. Макулатуру сдал, когда маленький был. Я помню, так с двумя такими бежал. Еще в школу, помню, приносил. А бутылки нет. Бутылки не приходилось пока. Все может быть, это жизнь. Да. Что? Да, я сказал да. У меня были девушки с силиконовой грудью. Ну, это кайфово, мне нравится. Но ощущение очень приятно. И когда вибрация такая, ну, как бы тоже так хорошо. Но не было ни темнокожей, ни азиатки. Но, наверное, азиатки. А можно темнокожие азиатки? Вот, говорят, темнокожие азиатки очень крутые. Знаешь, есть такое понимание, как ложь во имя добра, да? То есть вот такими приемами часто пользуются люди моей профессии по разным причинам. Успокоить человека. Иногда нужно футболистам говорить то, что они хотят слышать, да, а потом уже корректировать эту историю. Про повседневную жизнь. Ну, сегодня поднимался к соседу, у меня он там затопил меня чуть-чуть. Я ему до этого раза три приходил, он не открывал двери. Я сейчас позвонил ему, он спросил, кто я, сказал, что участковый, он открыл. Это можно считать, что я соврал, правильно? Случайно познакомился со своим партнером, с которым до сих пор работаю, сейчас Зеница Манищенко. Мне в определенный момент стукнуло по голове, вот, зачем выдумывать велосипед, надо заниматься этим делом. Я полетел в Грецию назад, потому что я там играл в футбол, у меня был там агент. Он был невысокого уровня агент, но у него были хорошие знакомства. Я попросил у него контакт его друга, очень известного на тот момент греческого агента, он мне дал, и мы начали потихоньку работу. 56. Ну как нет? Коронный подкат. Здравствуйте, меня зовут Саша. Я хороший человек.
заказывал цветы, где-то сидел в ресторане, мне понравилась девушка, я быстро в онлайн позвонил, заказал цветы, привезли цветы, подошел к девушке, подарил. То есть разные ситуации бывают, в зависимости, опять же говорю, как вот как оно хапанет за сердце. Это сработало, да, это все, цветы всегда срабатывают на самом деле. Это самый безотказный, это как автомат Калашникова, понимаешь, это безотказная штука. Ребята, дарите девушкам цветы, и у вас будет все хорошо, и секс, в том числе. Ну, на 90% он окажется в Динамо Брест, он останется в Бресте. 10% даю на то, что может уйти. Но понятно, что если появится какой-то вариант, который там будет возможность поиграть там, в Лиге Чемпионов или в Лиге Европы, в каком-то сильном чемпионате, возможно, мы подумаем. Я все равно склоняюсь к тому, чтобы он остался в этой команде, потому что его реально там ценят, под него сделали специальную тактику, то есть он себя проявляет максимально хорошо. Поэтому я только за Динамо Брест. Динамо Брест. Не, он приобрел. Конечно, он в Тосно, если бы он остался, зарплата бы по сравнению с первой лиги бы выросла там на 30%. А переходил в Брест, он переходил, у него условия в два раза больше, чем в Тосно. От души в душу. Но приблизительно... Ну, за 50 это однозначно, может быть, где-то вот в районе, вот. Ну, где-то до 100, где-то рядом, где-то вот так вот. Познакомился с итальянкой, да, то есть очень, очень интересное общение было. Вот это реально жгучие. Гречанки тоже жгучие, но все-таки у них есть... Ну, мне не нравится визуально. Очень немногие, которые симпатичны. Поэтому все греки мечтают попасть в Украину, но боятся, потому что думают, что здесь Третья мировая война. Я могу вот даже рейтинг по городам Украины сделать. Понимаешь? Номер один для меня — это Днепр. В свое время, наверное, номер два был бы Донецк. Потому что в Донецке реально очень много было красивых девчонок. Может, сейчас они тоже есть. Не знаю, просто давно не был. Вот. Ну и Харьков троечку занимает. Говорят, еще круто очень в Виннице, но я просто в Виннице не был. Это Одесса. Одесса там, ну, там чистый разводняк. Ну, то это без шансов. Это я вот сейчас недавно был 9 дней в Одессе. Вот, и я для себя понял, я ни с одной девушкой не знакомился, потому что понимал, что это чистое попадало. Тут нет смысла. Просто ты просто ходишь, как бы, и общаешься, держишься за ручку, идешь красиво по Одессе, там можешь попить кофе, поужинать. Вот. Но дальше, как бы, действия не происходит. Наркотики. Самый-самый крутой наркотик, который я пробовал, это кальян на абсенте. Ни кокаин, ни героин, ни экстази, никакие любые другие препараты. Никогда не интересовался, я за здоровый образ жизни. У нас ребята курили на 5-м этаже у меня в доме, там где родительская квартира. Ну вот, и я так запах ощущал, когда с тренировки возвращался, там лифт пока поднялся, пока прошелся. Так. Уже, то есть я ее могу сейчас отличить по запаху, если где-то будет ветер дуть, то я, в принципе, отличу. А так никогда. Грязь. Политика – это, ну, это как и грязь, так и жизнь, потому что наша страна, если ориентироваться на нашу страну, то без политики, наверное, не будет жизни. Я думаю, что с меня бы получился хороший политик, потому что я приблизительно понимаю, кто чего хочет и кто... каким путем хочет идти для того, чтобы достичь результата. Сколько раз я захожу в Инстаграм? Я думаю, может быть, раз 20-30 в день. Именно просто проверить подписчиков, ну, может быть, до 10 раз. Саша Лобода? Я думал, ты про Свету скажешь. Ну, Саша как? Саша, мы с Сашей очень давно знакомы, и Саша, когда начала работать на плюсах, у меня была цель такая, может быть, она даже и знает,
Я там через ребят узнавал за нее, что, как она, есть ли у нее парень, нет ли у нее парня. То есть были такие моменты. Потом я это все затягивал, этот весь процесс затягивал. И потом она начала встречаться с моим другом. Ну как, не другом, хорошим знакомым. И они сейчас женаты как бы. Если бы она была свободна, ты имеешь в виду? Не, ну почему? Мы, конечно, я бы не против встретиться. Мы встретились бы там за чашечкой кофе, поужинали бы, ну, пообщались бы. Почему нет, Саша? Классная девчонка. Что бы я ему пожелал? Тяжело было бы подобрать какие-то слова, но вот здоровье, наверное, самое главное, потому что я думаю, что у него один год сейчас идет как за 10 лет, поэтому... И, конечно же, побыстрее сдаться вот, украинской власти и украинскому народу. Богдан Хмельницкий, ну, это наш воевода, атаман, известный очень. А чем он прославился? Чем? Против турков бился? Против Орды? Нет, Орда нет. Но если бы меня спросили, там, может быть, лет 15 назад, да, я, наверное, бы ответил, потому что я историю реально... Это была история, география, это мои два любимых предмета было. Самая старшая? Я не спрашивал, конечно, но думаю, где-то 35, наверное, 37, где-то вот в таком формате. Но я не спрашивал, может быть и больше, может быть и больше. Ну, она просто очень хорошо выглядела. Я думал, что где-то вот в этом, может быть, и даже 40. От души в душу. Тут вы, конечно, меня... Я давно не ездил на публичном транспорте, да, на вот на... Я думаю, что... А у тебя записано там? Что? Ну, сколько стоит? Ответ есть? Мы-то знаем. А, ну, я вот в метро ездил где-то полгода назад, я был, ехал, как раз у меня машина от того была, 4 гривны было. Сейчас, так если логически подумать, ну, я не думаю, что троллейбус будет стоить намного дороже. Я думаю, где-то вот в районе вот 4 гривен, наверное. Сколько стоит? 4 гривны? Ну, вот, знаете, логика, надо просто так, логически. Да, у нас профессиональные отношения, платят мне проценты со своей зарплаты. И я этого не скрываю, потому что у нас есть договоренность определенная. Это небольшой процент. Чисто символические деньги. Я не скажу, что я на нем зарабатываю деньги. Я больше, наверное, трачу эти деньги на полететь к нему, там, остановиться в гостинице. То есть это плюс-минус, оно где-то одно на одно выходит. Я уверен, что если бы «Динамо» Киев предложила вернуться, он бы с удовольствием вернулся. Когда наладятся отношения его с Игорем Михайловичем, какие-то обиды, я в этой ситуации, которая у них там немножко конфликтная получилась, я больше даже на стороне Игоря Михайловича, потому что Игорь Михайлович, я Тёме так говорил, что он много ему дал, и карьеру, и финансы, и возможности, и все остальное. Но я уверен, что если бы Игорь Михайлович позвонил ему, да, или там и пригласил, я думаю, что он бы и пешком бы пошел, наверное. А может быть и на коне прискакал. Блин, давно не заходил, честно. Наверное, групповой секс, наверное. Такое, скажу, самое безобидное, наверное. Ну, ЖЖМ неплохо, и ММЖ тоже как сын, ну, тоже неплохо, в принципе. Ну, и так, и так. Ну, вот групп, потом... Мне всегда, как бы в детстве, там и вот эти лесбии, вот эти варианты тоже прикольно было так посмотреть. Потому что необычно было, как бы, ну, никогда этого не видели. Ну, можно еще свингеры попробовать. А что интересно, с кентом поменяться с женами? Ну, нормально, весело. А ночью? Ну, за эти деньги можно купить квартиру в Киеве. Да. Но опять же повторю, что это деньги не идут только мне. Да. Все думают, что агенты зарабатывают очень много, все сразу. Но на самом деле это не так, потому что очень много людей... В сделках бывает, и пока всем колбаску нарежешь, то, в принципе, остается небольшой кусочек. Колят, колят, колядныця, добра з медом поляныця, а без меда не така, дай ты дядьку или титка п'ятака. Фейворит праздник, да. Александр Панков, от души в душу. От души в душу!